На базе лицея номер 32 города Белгорода состоялось заседание Президиума Совета территории номер 15 по вопросам реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы. В 2020 году Совет территории принял участие во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». За победу в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» борется проект стрит-арта с изображением первого советского космонавта Юрия Гагарина, который расположен на фасаде дома номер 8 на одноименной улице. Для нашего совета территории номер 15 большая честь участвовать и представлять Белгородскую область во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». Я считаю, у нас очень большие шансы на победу. Верим и ждем результатов комиссии. В 2019 году Совет территории номер 15 также принимал участие в конкурсе «Лучшая практика ТОС», где получил благодарность от председателя правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виктора Кидяева за высокий профессионализм и активное участие в конкурсе. Отметим, в 2020 году Совет территории номер 15 стал полноправным членом Общенациональной ассоциации ТОС.